Значит, всем привет. У нас замена фильтра воздушного Ford Mondeo 3.20 TDCi 2003 года. В чем нюанс? Мы фильтры заменили, но я хотел поделиться деталью, которую люди игнорируют многие. А деталь заключается сия в этом. Вот фильтр у нас Hanks. Уже мы его ставили. Он уже у нас использованный. Вот эти стрелки, они указывают на поток воздуха, который должен. То есть поток воздуха у нас, вот мы ставим его. Вот. И у нас поток воздуха задувается вот сюда. И в салон проходит. То есть очищенный уже. Задувается и проходит в салон очищенный. Люди просто втыкают его там, как бы як, вставляют и все. Он должен стоять строго вот так вот, стрелочками к салону. То есть к потоку. Стрелочками показывать на машину, то есть не от машины, а на машину. Направление воздуха, короче говоря. Нужно это учесть и не ошибиться, потому что если вы поставите вот так вот, я думаю, что воздух будет идти, но фильтрующие элементы будут находиться вот здесь, которые полезные. То есть либо вот, ну, короче, фильтрующие элементы, так понимаю, вот эти вот все находятся здесь, тонкой очистки. То есть грязный воздух очищается здесь, когда выпадает до машины. А если вы поставите так, то будет как бы обратная функция этого фильтра. То есть не пренебрегать. Стрелочки должны стоять к машине, показывая направление потока воздуха. Вот, в принципе, вся деталь. Всем пока. Благословений.